Ваня МП3 здесь. Можно до конца. Бля, чисто кочевники на них, посмотри. Чё там? А ты чё, со своим? Бля, я подумал, это бутылка пива, как обычно стоит, как они везде здесь стоят. Как обычное пиво, не пиво. Вы хотите дальше пойти? Я же говорю, везде здесь есть пиво, в каждом углу же бутылка. Ну, пойдем дальше. Блядь, или за тачкой пойти. Я чуть не въебался сейчас здесь. Ну, на всех ходах оттуда тащишь, угу. Ручничок, и там кочка. И меня распрыгнуло, и вот так, блядь, чуть не въебался в отбойник. Кайфа мало. А что там у тебя в кармашке-то? Пепси. Ну, давай быстрее. Все разбили, да? Вот они, наверное, думают, мудаки, пришли тут стоять. А, ты что, прям лицо снимал? Там было лицо, прикинь, твой. А что, блядь, нас будут подымать? А ты пойдешь? Остались только блоки. Давай вот тут. Давай. Ну неплохо, неплохо. Ну, хорошее место, кстати. Место хорошее. Да, я предлагаю чуть подзависть. Это был тайм-атак. Это диджей Калин. А тут должен у тебя сразу трек заиграть в видосе. Да, реально диджей Калин. Да не Калин, а это... Another one! With the best music! Как его зовут? Не Калин? Вы как-то меня еще называли. Когда в красной толстовке на кого я похож? Не знаю. Еще один рэпер есть, такой же негр. Толстый? Диджей Калин и негр. Рубен Мамарян. Три. А-а-а. Я когда коротко сержусь, ты же... Вот с такой штукой надо. Пиздец. И так всю ночь, короче, походу будет. Oh!
пошла, блядь. Широко там вывалился, пиздец. Прям страшно стало мне, если честно. Стрёмно, блядь. Да, наоборот, вот, как бы сказать, вот первое, ничего не видно, во-вторых, можешь увидеть то, что ты не хочешь, развернутый нахуй так стоящий поперек дороги, блядь. Да, нет, ну я на расстоянии держался, нахуй мне это не надо, никакое разбивание своей машины, пиздец. Чем занят, короче говоря, пиздец. Да, давай. Вай, бля. Это красиво. Ну что, новый день. Продолжение того 35-го эпизода. Это уже не тут, не после граунда. Мы были на Ахуне, это была последняя ночь граунда. Я чуть-чуть покатался, слишком много народа, слишком, ну, стрёмно за машину. Поэтому так, тут-там пару кадров есть и домой. А сейчас я в поляне, идет моя любимая погода. Ну, не потому что типа бесплатный дрифт, а потому что в поляне в дождь всегда так вкусно пахнет, все красиво. А в этот туман такой над горами начинает там появляться. Ну, короче, свой кайф, местный кайф. Еду к пацанам, они где-то меня ждут. Что-то мы хотели тоже покататься, можешь видосики поснимать. Посмотрим, что из этого получится. Блин, но как минимум фоточку классную я уже сделаю, по-любому. Обожаю дождь. Празднику девчат. Блин, эти люди на мустангах в Сочи, это отдельный вид людей. Эти тоже стелят. Ну, короче, ребятули, вот моя любимая дорога. Самая любимая. Не жарко, как сейчас. Все, аж окошки хочется открыть, а не с кондером ехать. Блин. Сюда, конечно, не очень просто попасть, честно. Не очень.
удобно, я бы сказал. Но нам чтобы какие проблемы, когда были какие-то проблемы, они... Ехали. Влог пошел? А? Влог пошел? По мелочи. Брат, можно я на тебя наеду во влоге? Понимаешь? Да. Обещаешь, что выставишь? Да. Почему ты стал снимать на телефон? Ну, блин, надоело на камеру. Ну, а как же стиль, как же изюминка? Об этом же была твоя суть. Да, во-первых, изюм я не люблю. Ну, братан, нужно стремиться вообще к идеалу, а не просто снимать, лишь бы снимать. Все, понял. Короче, все, Виталик поругал меня. Красиво, пиздец. Блять, просто что за красота. Особенно вон там вот. Ва. Ну просто очередной раз на эти горы. И на эти машины. И там горы. Натуралист. Камера же на скорость фоткает на такой же высоте. Нет, сейчас упал. Ебаная муха. В мире дикой природы. Ты его снимаешь? Да. О, это далеко. Брат, 5x. Бля, только ты сейчас перекроешь, как я буду его снимать. Как будто бы работает. Ты еще выше хочешь? Ну да, так-то мы считай внизу. Подсохло, оказывается. Oh,
ожидал, честно сказать. Ё-моё. Ну там вообще хуйня осталась, не знаю, стоит ли ехать. Ну там со стороны можно поснимать прикольно, где туннель этот. Вообще первый раз в жизни сейчас эту перекладку вообще в туннеле делал. Можно поставить, о, мы сейчас с Никитосом фотку сделаем, поехали к тоннелю, мы не помним. Вот все спрашивают, как ты так обрабатываешь? Да вот так обрабатываю, блин. Сфоткал и все. И нету никаких проблем по поводу, какие фильтры, фотошопы. Сфоткал на пленку, пошел, отдал 15 минут времени. И все. И готово. Не знаю, позволит ли свет. Сейчас узнаем. Обожаю. Не, ну перегазовки в туннелях лютые. Ебать. Я надеюсь, эта штука на лбу нормально, она расположена. Хоть что-то видно. У-ля-ля. Кайфа мало, да. Нихера она басит. Ну, короче. Машин прибавилось. Вот же эти виды. Вот же эти машины. Я уже со скотчем. А? 50-41 распальцовка и не показатель 50-40. Ну да, заебешься ждать. Капец красиво. Моя любимая дорога, говорю же. Жесть. Вон то зеркало можно так снять. Просто посмотри на мои передние колеса. Как они в этом развале лежат. Да, хорошо. У меня, понял, этот какой-то внедорожник. Смотри, какая она высота. Блядь, это четко было. Блядь, кайф. В общем, свечерело, стемнело, чуть-чуть покатались. Как всегда, нету времени снимать и кататься одновременно. Всегда хочется пофоткать, а когда такой контент остается, как будто всегда за кадром. Короче, надо, наверное, приехать и целенаправленно про этот спот снять видос, покататься. Хотя, еще раз говорю, сюда не
не так просто залететь. Нам сегодня, если честно, повезло только из-за того, что охранник был более-менее нормальный. В прошлый раз охранник меня не пускал. Ну, как-то так. Двигаем, короче, до поляны. Вон они едут. Need money and vibes, don't need none of that toxic shit. My social battery gone, I gotta stay out the mix. I'm tryna be so rich, I put that out in lit. Call you and say where you at, already know what time it is. What to win, I turn my back. So many man get scarred for life, so when I'm outside, don't know I don't lack. Ain't gonna lie, I wife the dime, but I hit them hoes too, though I admit. Me and this bread get along too well, when I put in this fit, I feel like him. I just need money and vibes, don't need none of that toxic shit. My social battery gone, I gotta stay out the mix. I'm tryna be so rich, I put that out in lit. Call you and say where you at, already know what time it is. What to win, I turn my back. So many man get scarred for life, so when I'm outside, don't know I don't lack.